Ленинградский поэт Сергей Макаров написал. Очень, кстати, грустные стихи такие. Сергей Макаров пишет. «Шел вчера я в толпе городской, показалось мне трезвому, грустному, в разношерстице речи людской разучился я русскому устному». Пародия называется «Обучение устному». «Сердцем чувствую, что-то не так, стало ясно мне трезвому, грустному, я по письменной части мостак, но слабею по русскому устному. В кабинетной работе я резв и заглядывал в энциклопедии, но далек от народа и трезв. Вот причина подобной трагедии. Нет, такого народ не поймет, не одарит улыбкою теплою. И пошел я однажды в народ с мелочишкой в кармане и в облою. Потолкался в толпе у пивной, так мечта воплотилась заветная, и, шатаясь, ушел. Боже мой, вот где устная речь многоцветная. Что не личность, великий знаток, и без всякой притом профанации, слов немного, ну, может, пяток, но какие из них комбинации? Каждый день я туда зачастил, распростясь с настроениями грустными, кабинетную речь упростил и украсил словами из устными. У пивной мне отныне почет, а какие отныне амбиции, и поставлен уже на учет в райотделе милиции.